Всем привет! С вами Ярославна Громакина, наши дети. И сегодня я хочу сделать такой обзор на это пробники обоев, которые замечательно можно использовать в хендмейде. Мистер Персвол, what is your story? В общем, заказываете их бесплатно на ваш адрес. Ну, так я написала Ярославна Громакина, свой адрес. И приходит, да? Можно выбрать за один раз до 10 пробников. Вот смотрите, как выглядит, значит, полностью рисунок. И с обратной стороны у вас кусочек тех обоев. Итак. Бумага замечательная, очень плотная, качественная. Я сделаю из них фотоальбом, детский фотоальбом. Вот, еще посмотрите, какой рисунок. Это цветы сверху свисают. Истерия, везде название есть, да, здесь что? Traveler, Cherry Hills, в общем, да. Flowers and акварель, цветы и акварель, да. Вот как выглядит кусочек у нас обоев. Прикольно, правда? Следующее. Посмотрите, какие интересные цветочки с листиками. Как выглядит обои в конечном варианте. И вот небольшой фрагмент. Смотрите, какой огромный лист. Как моя рука. Даже больше. Так, это что у нас? Цветы watercolor. Вода, цвет. Да. Английский не особо хорош, наверное. Угу. И вот такой фрагмент от цветка. Угу. Здесь у нас что такое? Что-то интересное, да? Яркое, в какую-нибудь студию. Фрагментик. Обштукатурено. Что, родной? Так, давайте смотреть дальше. Вот тут что-то такое интересное. Stickers. Наклейки, да? Уличный арт. Прикольно. Всякие разные наклейки. Да? Что тут есть? Где Love is, да? Какая-то татуировка страшная с руками. Губы. Прикольно. Следующее у нас очень нежный дизайн с цветочками. И фрагмент. Как будто бы, знаете, как будто на такой... Вот еще такой дизайн есть. Это рваные объявления. У него доска из-под объявлений. Видите? Кусочки такие остались. Очень необычно, мне нравится. Фотообои с цветами. Я вижу маки красные. Вот он так выглядит. И еще один такой очень нежный рисунок. Еле заметный здесь. Можете заказать фотообои, если вам что понравится, закажете полный вариант. Если нет, можно их пустить под хендмейд, как это сделала я. Всем пока!